остановился возле палаток, вот возле этих, и я решил, так как здесь вот есть гаражи за этими палатками, за, вот вы их сейчас можете наблюдать с тыльной стороны, я решил прогуляться вот здесь вот по заброшенным местам, по закоулкам, в поисках чего-либо ценного, чего дербанят обычно бомжи и не видят в этом никакой ценности. Ну, это такие вещи, как платы. Пока я ничего не вижу. Вот там вот есть чуть-чуть дальше какой-то навал. Сейчас туда прогуляюсь. Так, вот можно, в принципе, тут пройти. Тут котлет море. Вот. Первый хлопец. Это у нас вентилятор. Причем с двигателем. Двигатель на месте, спиралька, нагревательный элемент. И это мы заберем с собой чуть позже. Так, здесь я дальше ничего не вижу. Дальше вот идем дальше, видим вот такую вещь. Это стаканчик. Стаканчик нам тоже пригодится где-нибудь в химии. Там, где не надо ничего нагревать. Ну, допустим, осаждать какие-нибудь растворы, содержащие золото. То есть, где не нужно нагревание. Пойдем дальше. Вот хороший бочонок. Не знаю, правда, есть ли смысл его взять или нету, для каких-либо, для какой-либо химии. Ну, это топливный, скорее всего. Не могу его даже открыть. Ладно, хрен с ним. Вещь хорошая, но я его брать не буду. Вот еще у нас прикол такой. Судя по весу, вот эта часть латунная, а вот это какой-то пластик. Можно сейчас шкваркануть его. А какой-нибудь предмет типа вот этого бордюра. Нет, это какой-то цинк. Какой-то непонятный. Сейчас камера сфокусируется. Вот, видно, что это как какой-то сплав говна. И здесь также. Не, вот это, кстати говоря, надо еще потереть. Тяжело. Тяжело понять. А вот это вот латунь. Видно, желтый металл. Вот еще. Вот как бы прошелся. Всякие полезные штучки нашел. Пока больше ничего интересного я не вижу. Такое, что взгляд зацепить. Да, не видно ничего. Вот еще один стаканчик. Его тоже можно сейчас прихватизировать. Грязные, конечно, они. Ладно, отмоются. Какова тут грязь, ёпарасоте. Вот еще, кстати говоря, кусок латуни. Вот он. Он здесь находится.
Так, мне уже как бы не хватает рук. Проявим солдатскую смекалку. Это сюда. Это вот так. Вот, казалось бы, ничего интересного. Где наш стаканчик? Вот он. Второй. Мы его оденем тоже сверху. Люблю я такой фарфор. И как-то надо еще подцепить вот это говно. Остатки этого тепловентилятора. Все, можно идти грузить в машину. Ну вот такой обход. Короче говоря, я убираю камеру, а то очень неудобно это все делать. Пока шел к машине, нашел еще третий стаканчик. Пригодится. Ну вот, небольшой такой обзорчик. Где искать добро?